Бесполезняк, и мы это. У меня недостаточно крутая этот экипировка для этого всего. Так что эта штука на мне по зубам. Они просто делают это, они сразу же блокируют и начинают огнем хреначить. Огнем хреначить — это плохо. Я объясню, почему это плохо. Потому что от него не уйдешь, а он хорошо коцает. Лечилки не помогут. Эх ты, это кто такой? Нет, это всего лишь каратель. Я уже боюсь всех. Так, применим-ка мы вот эту штуку. Отлично. Хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Устанавливается, правда, долго, но зато помогает. Я уже, если честно, я уже забыл, куда мы идем и зачем мы идем. Так. Что у нас там? Так, нам вот сюда. Вот сюда. Но мы не были вот здесь. Зайдем, посмотрим обязательно. Может, там не так сложно выжить, но... Но эти были вообще пипец, конечно. Заброшенные склады сектантов. Это не магдовских сектантов сейчас. Сейчас мы разбираемся нормально. Новые события. Так, есть. Ты кто такой? Хрен с горы. Леденцов нападают. Нападающих. Вопрос. А как мне пройти? А, все? И уничтожила культ. Ты поймешь меня, как никто другой. За этой дверью наше сокровище. Так, они сокровища. Сокровища — это хорошо, сокровища я люблю. Но здесь, по-моему, ловушка. Но я думаю, если тех придурков не будет, которые мне не понадобились. Ну-ка. Что-то тут вообще вас очень много. Так. Выполнено. Как ты думаешь, что тебя ждет после смерти? Найти путь. Буду гнить в земле. Что же мне еще останется? Я думаю, что смерть... Блин, опять диалоги почему-то отрываются. Это тайная дверь, я понял. Вот этого диалога я не слышал. Оттого и печалька. На самом деле, что
не дослушал. Сокровище. Где? Хитицкая сила. Реально сокровище, слушайте. Это говно, конечно. Это тоже говно. Каких-нибудь этих алмазиков, аметистиков. По-моему, я говно взял. Опа. 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 Ну-ка посмотрим. Предметы. Так, да, вот это говно я взял. Лукинкаку. Так, еще дают изумруды, еще бриллианты. Блин, мне бы эти. Да я понял. Чего ты мне говоришь? Так это, по-моему, не для нашего Demon Hunter. Так, новая схема. Рукавицы гладиатора. Что дают? Так, к лечению, к лечению. С неба сыплется золото? Блин, вот это круто. Ну, конечно, у меня на лечение много тут завязано, так что я потом буду, наверное, фармить с этими перчатками. Давайте их поносим вот прям вот чуть-чуть буквально. Посмотрим, как это дело работает. Много ли золота сыплется на самом деле? Так-так-так, это интересно. Очень даже любопытно. Что такое? Чего? Для использования нужно другое оружие? Какое умение? Не понял. Это я выкинул, да? Офигенно. Я выкинул. Так, сюда. И сюда. И где? Где золото? Ой, ё-мать. Похоже на коваль. Да. Натурально накололи, короче говоря. Фиг с ним. Это значит, надо там убить сколько-то подряд, и будет вот это побоище, и что-то там дадут. Но я так думаю, что это особо не нужно. Кстати, а что у нас по этим перчаткам? Так, есть вот такая фигня. Есть вот такая фигня. Это вот, конечно, крутое, но, опять же, не дает ничего ни к ловкости, ни к живучести, вообще ни к чему. Так что я пойду вот в этих. Ряды Гидеона. Что мы... Так. Найти горнило душ в рядах Гидеона. Несколько лет я молил Ангирский совет отпустить меня на поиски Малтаэля, и, наконец, мои просьбы были услышаны. Я обязан найти своего повелителя во что бы то ни стало, поскольку небесам крайне необходимо его присутствие.
Учитывая возросший интерес Монтаэля к человеческой расе, Тирайль предположил, что поиски стоит начать с Санктуария. Не подходи! Вот это вообще просто жесть. Сколько народ тут полегло. Эта дева смерти управляет горнилом душ. Недолго ей осталось. Босс? Бля. Босс это не очень хорошо. Давай, мочи. Да. Ау, блин, это лучники эти грёбаные сволочи. Ненавижу! Да-да-да, я понял. Сейчас все будет. Блин, еще лучники что ли? Ё-моё! Так, а что делать-то? Вопрос. Ага, вот тут еще двое стоят, красавчик. Меня ранили! Да не волнуйся ты так, ну. Я слабею. Нет, черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да это эти опять же, блин. Так, воскреснуть в городе, чё? Куда деваться-то? Погнали. В город чиниться. Лучники какие приставучие, просто ужас какой-то. У них чё за этот? Что за стрелы такие? Я не понимаю. Прямо. Так, чё бы нам придумать? Нам надо ловкость, наверное. У нас сколько этих аметистов-то, блин? Один? Ой, изуродов. Так, а аметистов у нас много. Так, есть предложение. По одному аметисту сюда и сюда, и по одному изумруду сюда и сюда. Вот это будет дело, по-моему. Так, ну у него, конечно, пипец, сколько стоит это дело. Извлечение, например. Ну, давай-ка извлеки. 65, блин. Здесь извлеки. Так, у нас есть там штаны. Я вспомнил. У нас же были штаны, которые давали 600. Штаны за 600. Так, а вот гладиаторский перчатку сюда. А то, что будем продавать, все сюда, 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 сюда. Так, что у нас еще есть тут? Ну, в принципе, нормально. А, вот эти вот. Так. Это мы пока оставим здесь. Я все это не на записи буду разглядывать. Перераспределять. И т.д. и т.п. О, чародейской этой фигни много. Так. Что я хотел сделать? А, штаны переодеть. Штаны. И здесь мы поставим, наверное, вот
этот самоцвет. Вот этот вот сюда поставим. Так, здесь поставим один на живучесть. Или все на ловкость, что ли? А, нет, все на ловкость не получится побахнуть. Так, одну на ловкость. Одну на живучесть. Вот так. Допустим, теперь из этого надо кольца вынуть. И, починиться сначала, подожди. Почини-ка меня. За 7000 Ё-моё, ну что за... Но это не беда. У нас там много чего можно продать. Так что нормально. Нормально, нормально. Так. Теперь ремесло. Извлечение самоцветов. Берем вот отсюда, вынимаем эту фигню. Да? И ставим туда вот эту фигню. Вот, теперь у нас будет вообще все зашибись. Должно быть, по крайней мере. Так, по особым противникам. Но это сейчас нам не нужно. А этих ни в какую просто. Так, а что будет, если мы поставим на оружие? Восполняет... Нет. Критический урон... Это как-то нет. Ну, здесь-то понятно, урон наносим особым противникам. Так, а с к этому чего? Ой, здесь не посмотришь. Сейчас. Сейчас все будет, у меня есть. Так, что дает вот этот вот? Если его Хотя. У меня же нет на него ничего. Че я тут. Так, ну ладно. Тогда мы это все кидаем обратно. Чего? Так, это у нас сияющий. Это у нас сияющий. Так, лежишь. Это сюда. Это сюда. Да, на этих самоцветов у меня дофига. Ща, теперь... Так, у меня... Идеальных сияющих. Блин, не то сделал. Я всегда так расставляю, да, это смотрится, конечно, это глупо, да. Но зато всегда идеальный порядок. Так, эту хрень мы сбрасываем сюда, сюда. Потом я все это продам. Я так думаю, что стоить оно должно... дофигища. Все это добро, что мы тут награбили. Так. Перекур второй раунд. Ну, вы этого не увидите, я на паузу нажму. Так, ну и все-таки второй раунд. Так, ну и погнали. Походу дела, это первый босс. Но у нас как бы качать этот... Так. И здесь нет, чтобы продолжить, да? Мы молодцы. Да я бы не сказал, что мы уж такие молодцы, блин. Твою мать! Ты что-то как-то... О, там он что-то был. Да-да-да. Эту штуку мне надо. Так, а они вообще респаунятся? Похоже, что да. Да.
Я слабею, пока не получится. Блин, пока не получится. Фигово. Это фигово. Хотя нормально, мы ее покоцали. То есть надо уходить от лучников, они респаунятся. Давай-ка вместе смерти воскресися. Сейчас разберемся. Иди сюда. Иди сюда. Сюда. Да сюда. Иди сюда. Вот так вот. Пока она там разбирается, мы ее разберем. Есть. Уничтожить гарнизон. Что-то как-то. Есть у меня подозрение, что это будет не так-то просто, блин. А ничего так вроде. А, всего-то лишь блин. Обыскать гору трупов. Где? А, понял. Еще вот такое упрощение, конечно, да, что... Я знала, что ты прибудешь вовремя и спасешь меня. Ты кто такая? Ты не эта самая гадалка, нафиг? Я Мирьям Язия, гадалка из народа Вечен. Точно. Я предвидела нашу встречу, но не этот кошмар. Я пришла помочь тебе. Осталось последнее горнило. Уничтожь его, и девы не создадут новых. Не будем терять время. Нам надо торопиться. Без проблем, сейчас. Одну секундочку только. Буквально одну секундочку. И мы пойдем гулять дальше. Сука. Чё хочешь сказать? Молдай, он следит за тобой. Ну, он такой, да. Хотя внушает. Внушает. Чё дает? Я не нашел Молдаэль в санктуарии. Зато я обнаружил там людей. Слишком много людей. Эти существа... Отправляйся в лагерь. Да, здесь повсюду жнецы Молдаэля. Что за глупости? Ты же меня защитишь? К тому же, после того, как я видела, что эти твари делают с людьми... Скажем так, я хочу своими глазами увидеть, как будет уничтожено последнее горнило, чтобы я снова могла спать спокойно. Походу, дело опять большущее у нас это... Ё-моё! Моя телега! Кто такие? Почему не в армии? Какие-то бешеные, блин! Ё-моё! Чё-то совсем бешеные! Возмездие! Блин! Это ты, да, воскреситель, мать твою? Смотри, что творят. Еще не время. О! Вижу, ты чувствуешь себя виноватой в том, что случилось с Лией. Откуда тебе об этом известно? Мои видения касаются не только будущего, но и прошлого. Не дай ему поглотить тебя. Ты меня совсем не знаешь. Вопрос, конечно, интересный. Я просто не успел. Я что-то хотел шипы поставить, и не успел. Но это, конечно, да.
Люди тут такие. Блин, вот ты мне нужен. Тоже надо уничтожать, да, людей? Летучие мышки, блин. Почему ты такая мрачная? Надо радоваться. Не время для радости. Однажды я поняла, что слезами горю не поможешь. А посмеяться никогда не повредит. Потеряешь столько, сколько потеряла я, поймешь. Допустим. Блин. Стрёмное место, ё-моё, капец, стрёмное место. Чё тут такое? Идите нафиг, я сказал, идите нафиг, блин. Я вас тут так вот буду мочить. Нормально. Потому что делается сальто. Будущее. Значит, ты знаешь, настанет ли конец всему этому кошмару. Не волнуйся, все плохое закончится, а ты будешь жить долго и счастливо. Звучит неубедительно. На самом деле я немножко присочинила, а ты просто глупышка, которая не должна сказать. Я очень рада, что мы наконец-то встретились. Хотя в моих видениях ты была не такой худой. Так, там какая-то совсем фигня была. Совсем себя не бережешь. Спасение мира для тебя всегда на первом месте. То есть, типа, это мы можем сюда... Фу. Ну что ж, осматриваем это дело. Ух ты, какие интересные люди, да. Серафим возник словно из ниоткуда. Груда вздувшейся плоти, которая бесшумно парила над землей. Когда я наконец-то его заметил, то уже не смог сдвинуться с места. Меня парализовал кошмар происходящего. Я опустил голову и увидел, что вокруг моих ног обвили щупальца темной энергии. Только тогда я осознал, что меня удерживает на месте не ужас, а магия Серафима. Что это? Фигня. Здесь сейчас это полезно, да? Ау, уходим нафиг отсюда. Да блин. Братва. Так, ты меня не видишь. Сундук, что дадут? Стрёмное место. Я это уже говорил. Но еще раз повторю, стрёмное место. Иди сюда. Где ты? Вот ты, да? На тебя. Ой, блин, промазал. Ай, промазал. Возмездие! Готов. Один готов. Yeah.
мне даже говорить не хочется сейчас. Я настолько погружен в процесс, что прямо... Так, что тут у нас еще что есть? Может, где сундуки? Там что-нибудь вот какой-то... Да блин, хуйня какая-то. Простите за мой француз. Вот ты! Ты что какой? Какой-то прям... Ау! Опять не на ту кнопку нажал. Ну, в принципе, она полезная кнопка. Я хотел убежать. У меня зелье уходит со страшной силы, на самом деле. Так, один. Готов. Так, это вроде тоже все. Кладбище должно быть местом вечного покоя. Но здесь сама суть вещей отвратительно искажена. Ой, да ладно. Мы с тобой столько кладбищ повидали. Ну, не кладбищ там это. И полей всяких, и замков, и даже этот... Побывали в темницах Леорика. Там... Намного все печальнее было, на самом деле, чем здесь. Вот да, убежал. Ага. Вот, это еще и одного друга пригласил на нашу вечеринку. Так. Там какой-то, блин, непись был. Интересно, что он хочет. Но я хочу сначала смотреть все это кладбище, зачистить его как следует. А то потом он вызовет каких-нибудь, то есть пойдет скрипт, вызовет он много-много дополнительных мобов, а тут еще и с этими не разобрались, они будут на нас наезжать. Так, так. Вот. Вот что надо было делать. Так, не. Ну и чё? Ты ещё что-то хочешь? Надо подождать. Ага. Ну нормально. Не успеешь. Ещё не отъехал, но уже отъехал. Все. Ой, блин. Ой, блин, какие-то тут... Тут тусня. Прям натурально это. Как вот это. Мне нужно больше времени. Прям сельская дискотека. Блин, ты еще живой. Так, вот эту штуку взять, а то эту штуку не взять. А. О! Еще не время. Да блин, все забываю. Так. И вот так. И вот теперь работаем. Я думала, их будет больше. Не надо больше. Стоит. Заблудился? Спать. Сказал спать. Что это? Грабежник. Так. Что тут еще можно найти? О, еще одна тусня. Это уже из соседнего села тусуются.
Так, я научился этим приемом мочить, то есть этим ударом разбивать бочки и всякие амфоры. Так это делается. О, сразу двое. Вот сразу двое. Они так классно. Прямо. Как клопы. То есть эти. Как клещи. Это кто такой? Я уже думал, аучный гоблин. Да, вот здесь бы его, конечно. Нет, у нас все равно мало урона. Однажды он нам попался, да? Но мы не смогли ничего сделать. Давай, 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 давай. Все, готов. Так, и вот теперь мы можем разговаривать с этим, потому что мы вроде как зачистили все на свете. То есть все это место мы зачистили. Блин. Блин. Это что? А, там босс. То есть мини-босс. И самый неприятный мини-босс, который может быть, блин. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, а. Я только останавливаюсь. Нужно подождать. Да, я понял. Что делать с ним? Так. Они респаются, что ли? Вот. Хорошо, это дело. Да, битый, сука. Чем его там мочить-то, блин? Исцели меня. Ага. То есть все-таки можно разбить-то, да? Нужно подождать. Черт, нужно подождать. Ладно, бежим. У меня, в принципе, восстановление-то очень даже неплохое. Блин, там еще этот морозный, болезный, что называется. Нафиг, а? Здесь не нравится. Мне здесь не нравится. Спасибо. Да как так? Я же вас стреляю. Ты чё? Я слабее. Да ладно. Это же было все, как бы это. Посмотри, что творится, а? Мне уже лучше. Ё-май. Опа. У меня еще этот. Что-то мышка за это заключила. От напряжения. Здесь, да, здесь.
ней. Окей. Полегоньку. Двигаем. Ну, вроде справляемся. Вроде как. Вот тебе. Исцели меня. Да-да-да-да-да, я понял. Мне нужно больше времени. А, я понял. А, кстати говоря, я что-то про этот забыл прием. Да! Срал. Как бы ты не рассказала, что именно пророк говорил обо мне. О, да я уже почти и забыла. Я уже как-то свыклась с этим, хотя поначалу было немного странно. Он критиковал мой характер, только не в Риме. Нет. Но мне и правда не стоит об этом рассказывать. В конце концов, это секрет.